Всем привет! И в этом видео я бы вам хотел показать самый простой способ, как изготовить снасть убийцы карася. Как мы знаем, снасть довольно-таки результативная. На нее отлично ловится любая мирная рыба. И самое главное в этой снасти то, что надо исключить запутывание кормушек при вываживании, ну и также при забросе. Но при вываживании, конечно, они путаются чаще. Вот. За основу возьмем вот такой вот поводочек для хищника. Металлический. Он как раз и исключит нам все запутывания нашей снасти. То есть вот он поводочек. На одной стороне вертлюжок. Здесь была застежечка, я ее убрал. И одеваем теперь на этот поводочек кормушечки. Вот первую я одеваю с грузом, крючком в ту сторону. Вот надо надеть ее вот так вот, чтобы крючочек вот сюда вот уходил. У нас у меня сразу уже поводочки с крючками подвязаны к самим кормушкам. Можно, конечно, сделать, вот навязать вот таких вот, ну, естественно, поменьше. Это я просто взял вот для примерно, как бы, крючок и вертлюжок. Также можно одеть между кормушками. Вот прям сюда одеваем. И также они как бы будут здесь находиться, никуда не денутся. Вот. Но у меня уже кормушечки готовы с крючочками. Так что я буду использовать вот такой вот способ с крючками. Одеваем вот мы еще одну кормушку. Опять же она с поводком, с крючком. И на крючке обязательно пенопласт. И одеваем еще одну. Можно, конечно, две кормушки, кому три много. Можно четыре, кому три мало. И это уже, смотрите, каждый сам. И теперь вот за эту петлю, которая у нас здесь имеется на поводке, эту оснастку крепим к основной леске. На основной леске вот у нас привязан карабин с застежкой. Вот так вот быстро мы изготовили оснастку убийцы карася, которая не будет у нас путаться при забросах. Естественно, сюда набиваем кашу. При забросе наши крючки вставляем в кашу вот таким вот образом. Вот. Кому мало крючков, можете добавить. Дальше как бы все действуют от своей фантазии. Снасть уловистая, рабочая. Многими поколениями она уже проверена. Так что делайте такую снасть, ловите больше рыбы. Кому понравилась данная оснастка и вот такое вот нестандартное ее изготовление, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!